Многим интересно, где сейчас можно выгодно отдохнуть. Считается, что сэкономить можно, если путешествовать по региону, посмотреть на Байкал. Но туры на озеро выросли в цене на 10-15% по сравнению с прошлым годом. С чем это связано и о каких суммах идет речь, узнаете прямо сейчас. Хотите отдохнуть у Байкала в пределах Иркутской области и думаете, что сможете так сэкономить? Придется вас разочаровать. Даже такие летние путешествия ударят по кошельку. Туры на Байкал подорожали на 10-15% в 2023 году. Это общий по стране тренд. Дорожают и другие направления. А жемчужина Сибири становится все популярнее с каждым годом, чем могут пользоваться некоторые бизнесмены и поднимать цены на проживание и экскурсии. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, у Байкала повышение цен произошло как в отелях, так и в транспортном сегменте. И если вы хотите летом побывать на Ольхоне или Малом море, то лучше уже сейчас заняться бронированием. Иначе к лету и стоимость еще взлетит, и мест может не быть. Сегодня отдать за 2-3 дня озеро придется около 50 тысяч рублей за двоих. Недельный отдых может обойтись и в 200 тысяч. В целом россияне стали больше тратить денег на путешествия. К примеру, в прошедшие февральские праздники наши соотечественники отдали на 32% средств больше, чем годом ранее. Связано это не только с тем, что праздничные каникулы получились длинными, но и с ростом цен на размещение. Дарья Эйвазова, Юлия Шинкарюк, новости по будням.